Всем привет! Сегодня хочу поотвечать на ваши вопросы во второй раз. Поехали! Анна Тихонова спрашивает, когда у тебя день рождения? 18 июля. Сколько тебе лет? Родилась в 2002, следственно, мне 14 лет. Какой твой любимый видеоблогер? Я не знаю, пускай будет Анастасис. Настя, почему именно Лосик? Ну, потому что у меня фамилия Лосева, и меня везде называют либо Лосиком, либо Лосем. Это как бы мое прозвище. А Муф – это видео, и получается видео от Лося. Мои видео. Почему каждый утро четверг на будильнике? Не буду же я вам по 100 раз все переснимать. Что за песня в конце? Вот это нынешняя песня, вот это предыдущая. Ты любишь больше собак или кошек? Не знаю, кошек не надо гулять, а собака более преданная. Как можно разрешить рисовать на обоях? Очень просто, если тебе их завтра отрывать. Как твои родители относятся к тому, что ты видеоблогер? Давайте у них и спросим. Как ты относишься к тому, что я видеоблогер? Не знаю, я не определилась. Я плохо отношусь, когда меня показывают и снимают на камеру, не люблю. Сейчас будет не вопрос, меня просто попросили передать привет, поэтому привет, Катя Кексик. Почему твой Новый год такой скучный? Ты разве никуда не ходишь? А что, я должна гулять и тусить по клубам? Я считаю, что Новый год – это домашний праздник. А друзья родителей, которым мы обычно ходим на застолье, не думаю, что будут очень рады, если достану камеру и скажу, я вас тут немного поснимаю. У тебя татуаж бровей или они просто подведены? Просто подведены. Да, я так ужасно подводила брови. А сценарий сама придумываешь? Нет, блин, сидят здесь 10 взрослых дядек и придумывают мне видео. А ты на профессиональную снимаешь? Я так понимаю, речь идет о камере, я снимаю на Canon 1200D, это считается бюджетная зеркалка. Каким редактором ты пользуешься? Camtasia Studio 8. Где ты живешь? Город Кириши. А почему у тебя стоит манекен в комнате? Как-то мне очень захотелось большую куклу, и у меня были деньги. Зачем нужно было надевать парик? Ну просто в прошлом году я была на них помешана. На этом все. Если вам понравился такой формат вопрос-ответ, то ставьте пальчики вверх и пишите еще вопросы в комментариях под этим видео и в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Пока! Помогите мне собрать мои слова в одно целое. Тупанула.